холка тоже есть газ. Только если Никола Тесла использовал ртуть, то мы, конечно же, уже ее не используем. Здесь безопасные газы. В принципе, мы можем поместить туда любой газ. Главное, чтобы он был токопроводящим, то есть ионизированным. А в зависимости от газа будет меняться цвет молнии. Ну, сейчас плохо видно. Здесь они такие слабенькие, так как свет нам мешает их рассмотреть полностью, но я сейчас проявлю. Есть небольшая хитрость. Так как человек проводит электрический ток, поэтому мы можем его к себе притянуть. Трогая этот шар, ток тянется к нам, потому что хочет убежать оттуда. И через нас он действительно может передаться в окружающее пространство. Цвет молнии мы видим здесь такой фиолетово-синий оттенок. Это благодаря газам, которые находятся внутри. Неон дает красный оттенок, аргон дает синий. И вот в совокупности получается такая синяя-фиолетовая молния. И показываем, как работает же поле у Земли. Мы его с вами потому что тоже не видим излучение, только видим свет. Поэтому вот такой небольшой пример того, как это можно рассмотреть. Телефон я мешаю. Центра нашей галактики.
корабль, он так уснет, так он улетит неизвестно куда. Космический этот космонавт, мы уже прилетели, подъем. Или ты дальше полетишь? Задень рукой. Ну, покажи. Все, подожди. Ого, ты что, ты можешь это молнию что ли делать? Ничего себе. Да, что-то вид-то не очень тебе. А, мама.